каждой остановке выбирайте. Что здесь мешает? Так там сейчас знак. Какой? Стоянка, остановка запрещена. Ну а зачем тогда поворотник изначально включали? Ну вот здесь можно. Можно. Можно остановить? Надо? Ну как бы да. Где поворотник? Я на тормоз нажал. Я не могу останавливаться, вот так заезжать получается. А так нельзя останавливаться, как мы сейчас остановились. Смотрите, поворотник не включили, 3 балла получили. Неправильная парковка, еще 3 балла. Вы должны как поставить? Даже угол вообще не... А, я же вот так должна. Вы должны вдоль, параллельно дороге вставать, потому что нет никаких указателей, что это, ну, парковка и как на ней ставить автомобиль. Поехали.